Вітаю вас на телеканалі «Сімон». З вами у студії Алла Ройтблат. Хочу представити вам гостю нашого сьогоднішнього ефіру Вікторія Китай-Городська, директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Я рада бачити вас сьогодні у нашій студії. І пані Вікторія, наскільки вже всім відомо, всьому місту Харків, що наразі міська влада реалізує достатньо такий великий, амбітний проєкт – це впровадження картки харків'янина. І дуже цікаво, як саме ваш департамент долучився до реалізації цього проекту. Да, действительно, карта харьковчанина – это очень интересный городской социальный проект, который дает возможность жителям города Харькова приобретать товары и услуги по социальным ценам, экономить до 1000 гривен в месяц. Помимо этого, бесплатно посещать Харьковский зоопарк, используя для проезда в системе e-ticket. И, кроме того, это прекрасная возможность создать условия в городе Харькове для добросовестной конкуренции. Я имею в виду здесь партнеров, те, которые участвуют в проекте. Департамент административных услуг и потребительского рынка также является участником этого проекта, поскольку мы предоставляем возможность заявителям заполнить анкету в центрах предоставления административных услуг. Можно обратиться в любой из 12 центров, независимо от места регистрации заявителя, без предварительной записи, без всякой очереди, заполнить анкету. Тобто зовсім через сайти на ЦНАП не заходити, прийшов в ЦНАП, заповнив без черги. Существует несколько вариантов заполнения анкеты. Один из них – это в электронном виде. При этом заявители самостоятельно заходят на сайт, заполняют полностью анкету, проходят идентификацию через Bank ID, либо через электронный ключ подписывают ее. Ну, если такой возможности нет, то можно обратиться в любой из 12 центров. Нет такой необходимости записываться по предварительной записи. Анкету сразу же получит заявитель после того, как он пришел в центр. Скільки ви вже анкет на сьогодні подано жителями міста Харків для реєстрації, для отримання картки харків'янина? Сейчас обрабатывается порядка 500 тысяч анкет. Большая часть из них подана в электронном виде, порядка 6 тысяч анкет подано через центры. Работа продолжается, интерес есть у жителей, поступает большое количество звонков на горячую линию с вопросами, как заполнить анкету, где ее можно заполнить. Мы разъясняем и видим, что это жителям города Харькова достаточно интересен этот проект. А через який термин все ж таки будут отримувати саме ці картки, наприклад, ті, хто заповнив в паперовому вигляді або в електронному, чи є така різниця? Сотрудники коммунальных учреждений уже получают эту карту. Порядка 16 тысяч карт уже на сегодняшний день выдано. С 1 октября начнется выдача карты харьковчанина в школах города Харькова. Следующий этап – это студенты. Ну и потом получат все эти заявители, которые заполнили анкету в электронном виде, либо через центр. Они получат оповещение, уведомление, придут, либо в центр ее получат. В любом случае, когда заявитель заполняет анкету, он указывает, где ему удобно получить уже готовую карту харьковчанина. А який-то приблизний термін існує? Я розумію, що є така черга. Але ну приблизно через скільки людина? От сьогодні ми подаємо анкету, 3 місяці, чи півроку, чи післязавтра. Скільки можна фізично виробити тих карток? Ну, ми удовлетворимо всіх жителів міста Харкова, які хочуть мати цю карту. У нас є очередність. В першу чергу отримують школьники, студенти, працівники комунальних учреждень і органів виконавчої влади Харківського міського совету, а потім вже всі бажаючі. Які документи треба мати з собою, наприклад, в ЦНАПі, або перед тим, як ви починаєте заповнювати в електронному вигляді анкету, ну, які дані потрібні? Необходимы паспортные данные, фамилия, имя, отчество, идентификационный код. Если это пенсионер, то номер пенсионного удостоверения. Если это льготная категория граждан, то нужно указать категорию льготы. Ну, если это дети, то, конечно же, это номер свидетельства о рождении, данные по рождению.
Є якісь терміни по подачі анкет? Ну, можливо, не знаю, треба до жовтня заповнити, а потім вже неможливо буде отримати картку харків'янина. Чи такого немає? Ні, таких обмежень немає. Всі, хто бажає, подають тоді, коли бажає дані собі, заповнюють анкету. Це бажання кожного. Тобто отримати можна буде спокійно і після Нового року прийти, також заповнити анкету и утримати карту. Вы знаете, все спешат это сделать именно сейчас, потому что открылся Харьковский зоопарк. Вы знаете, что для владельцев карты вход бесплатный, и поэтому ну, уже сейчас достаточно большое, я считаю, количество желающих, и именно тех людей, которые уже и заполнили анкеты. Якщо, наприклад, українці приїхали до міста Харків навчатися, працювати, жити, вони приїхали, треба їм поспішити оформити картку, і на яких підставах все ж таки вони можуть це зробити? Существует положение о карте харьковчанина. Оно было принято на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. И есть четкий перечень лиц, которые имеют право на получение данной карты. Это жители города Харькова, которые проживают и зарегистрировали свое место проживания в городе Харькове. Это учащиеся городских школ, независимо от регистрации в городе. И сотрудники коммунальных предприятий и учреждений. Но здесь тоже не действуют такие вот ограничения о том, что они обязательно должны быть зарегистрированы. Главное, чтобы они работали на коммунальном предприятии. То есть это может быть, например, и жители Харьковской области, которые работают. Працюють в КП у місті Харків. Да. І студенти ж, звісно ж. Скажіть, будь ласка, а з якими складнощами, ну, можливо, є якісь такі моменти, з якими до вас звертаються харків'яни при подачі саме заявки на картку харків'янина? Ну, можливо, є якісь такі моменти, що люди питають, як виходити з цієї ситуації? На самом деле сложностей никаких нет, карта достаточно простая и понятна. В том случае, если возникают какие-то вопросы, то в центре предоставления административных услуг свою помощь окажут администраторы. Если есть вопросы при заполнении в электронном виде, работает горячая линия, можно обратиться также с любым вопросом. Кроме того, на гимназической набережной 26 в Центре предоставления административных услуг, а также в региональном центре услуг организованы центры доступа к цифровой грамотности, где администраторы уже непосредственно на живом примере покажут, как можно в электронном виде заполнить карту анкету для карты харьковчанина. Таких вопросов, сложностей нет. А яка історія з захистом персональних даних? Наскільки я знаю, там ще потрібно писати заяву чи підписувати в електронному вигляді анкету, да, з цього приводу? Чи наскільки вони захищені взагалі? І чи може бути, ну, наприклад, відмова, якщо людина відмовилась від підпису про про персональні дані, їй видадуть ту картку чи ні? В том случае, если человек заполняет в электронном виде, то обязательно он подписывает своим электронным цифровой подписью. Если же он обращается в центр, то он обязан предоставить паспорт для идентификации, поскольку карта именная, она выдается лично заявителю, который обратился. Вот задают такие вопросы, могу ли я заполнить карту за жену, либо за соседа. Нет, заявитель должен лично либо подписать электронным цифровым подписью, либо поставить живую подпись на анкете. І на сьогодні, я наскільки розумію, що іншого варіанту ну, вже і не буде. Тобто це рішення, воно одноголосне, тому що ну, є такі історії, коли люди ну, не хочуть вони. Картку вони хочуть, а підпис вони ставити не хочуть. Ну, есть определенные правила, и они утверждены коллегиально, поэтому давайте следовать этим правилам. Расскажите нам про партнеров. Насколько мне известно, карта харьковянина она объединяет в себе велику кількість партнеров, которые с самого початку проекту вони були заявлені, але хотілось би почути більш детальніше, хто ці партнери, яка їх кількість, можливо, що вони запропонують харків'янам. На сегодняшний день количество партнеров увеличивается. С перечнем партнеров можно ознакомиться на сайте карты харьковчанина. На самом деле это торговые сети, такие вот как Класс, Рост, Посад, Чудо-маркет, Сельпо, Хазар, ну и другие. Это кинотеатры, это заправочные станции, это сеть аптек, это спортивные клубы и комплексы. Это всевозможные магазины книг,
Это магазины по продаже товаров для детей, «Мамин дом», «Антошка», «Чудо-остров». Ну вот, также вы знаете, зоопарк харьковский, как я сказала, да, бесплатный вход. Это дельфинарий. Ну и мы расширяем этот перечень. І всі ці партнери, вони будуть прив'язані до всіх видів картки, вірно? До дитячої, до соціальної. Чи там є якісь різниці, наприклад, там для студентів одні знижки, для дітей інші? Як воно буде працювати? Конечно же, мы учли этот вопрос. На самом деле, действительно, существует несколько видов карт. Это и ученическая, и студенческая, и коммунальная, и льготная. И для просто заявителей, которые оформили через Центр предоставления административных услуг анкету. Для каждой карты предусмотрен свой пакет. Ну, понятно, что вот если это ученическая карта, то она предусматривает несколько возрастных категорий. Это дети 1-4 класса, 5-9 и так далее. И когда ученик переходит из одной возрастной категории в другую, карточку нужно будет менять. Мы попытались, вот, чтобы этот был проект интересен, поэтому для каждого возраста предусмотреть там, скидки на те группы товаров, да, которые их интересуют. Да, я навіть бачила, що саме дитячі картки, вони з фото, а для дорослих вони вже без фотографії. Чим це пов'язано? Чому така різниця в картках? Ну, это требования к оформлению карты, которые были разработаны, да, когда мы разрабатывали положение о карте. Есть тут и технические вопросы, да, все равно ведется учет карт, как я сказала, они именные. Нам так легче работать с партнерами. Это важно для того, чтобы потом провести анализ, да, что интересно людям, что мы еще можем им предложить. Поэтому вот с этой целью было сделано. Скільки ви на сьогодні плануєте видати карток все ж таки там, до кінця цього року? Чи нема такої якогось такого прогнозу? Ну, наша задача – видати карточки всім бажаючим, хто харківчанам, хто хоче отримати цю карту. Ось таку ціль ми перед собою ставимо. На сьогоднішній день, як я сказала, це порядка 500 тисяч. Якщо будуть поступати ще анкети, ми будемо обробляти і будемо печатати. Ну, це все ж таки якийсь термін, просто ми його поки що не знаємо. От скільки воно буде, да? потрохи воно буде видавати. Ну, ми подивимося, який буде спрос. Ще таке питання. Соціальна картка. Ви сказали, що людина, коли заповнює дані, вона туди додає свої льготи, да, і свої якісь, ну, інформацію про саме соціальну інформацію. Що ця карта дає групам населення, яким, ну, фактично вони підпадають, да, під цю категорію? Якщо вони вносять в базу свої ті льготи, як це підтягує картка, яку вона функцію для них виконує? На самом деле программное обеспечение прописано так, что эта информация будет учитываться при работе торговых сетей. Например, для льготной категории будут предложены еще дополнительные интересные пакеты и акции. Это будет социальная цена, например, там, на хлеб социальная цена для этой категории. Тут уже включаются в работу наши партнеры. Мы не ставим никаких ограничений по размеру скидки, либо каких-то условий, что вот вы обязаны предоставить такую-то скидку. Партнеры сами выбирают программу, по которой они могут определенной категории, каждой категории граждан предоставить возможную скидку. Я так розумію, що саме про зоопарк, безкоштовний вхід, він буде для всіх. Це незалежно від того, це діти, дорослі, соціальна картка, студентська. Це для всіх буде однакова історія? Для всіх владельців карти харківчанина вход буде безплатний. Так же, як і зараз, по реєстрації зареєструвалися і прийшли на назначений час, да, вірно? Да. Що ще цікавого ми не знаємо про картку харків'янина? Розкажіть, можливо, є? Вона цікава тим, що она объединяет и нас, городскую власть, и жителей города Харькова, и бизнес. Вот, например, когда мы проводили такие вот переговоры с партнерами, да, приглашали, разъясняли условия, я увидела, что очень многие не знают друг друга, руководители различных сетей. Она дает возможность общаться, как я сказала, создает условия для добросовестной конкуренции. Помимо этого, благодаря этой карте мы узнаем запросы харьковчан, да, чего они сегодня хотят, что пользуется популярностью, на что нужно обратить внимание, что нужно улучшить.
То есть для нас это не только скидки для жителей города Харькова, это возможность с ними коммуницировать, общаться, узнать их лучше и быть ближе в решении тех вопросов, которые стоят перед нами, Харьковским городским советом, и непосредственно перед жителями города Харькова. Наскільки мені відомо, там ще і e-ticket туди під'єднали до картки. Тобто я так розумію, що в проєкті зробити якийсь такий мультифункціональний пластик, да, з яким можна буде зайти будь-куди, оплатити проїзд, отримати знижки. Тобто хотілося б, щоб вона замінила все, да? Ну, чимось таким. Да, ідея така є. Це дійсно многофункціональна карта. Вона дає можливість проезда в системе e-тикета в городском общественном транспорте. Помимо этого, у каждого из нас, но это не секрет, что есть множество карт. Когда мы заходим в одну сеть, мы предоставляем одну карту. Если мы переходим, там, допустим, из супермаркета в аптеку, мы достаем карточку аптеки и так далее. И нам нужно носить большое количество этих карт с собой, да? А так, по предъявлению всего лишь одной карты, можно получить скидки у партнеров. Чи планується чимось ще наповнюватися картка харків'янина? Можливо, є щось в розробці, ми про це ще просто не чули, розкажіть. Мы надеемся, что мы привлечем наибольшее количество партнеров, которые будут затрагивать все сферы жизнедеятельности харьковчан, да, будем дополнять и расширять его. Я считаю, что эта карта, она универсальна. Да, есть опыт работы этой карты в других городах, но мы ставим перед собой серьезную задачу, чтобы, ну, где бы ни оказался их харьковчанин, он мог воспользоваться всего лишь одной картой. Мы рассматриваем в дальнейшем вопрос, чтобы это была банковская карточка. Пока мы пошли по такому пути, e-ticket, эта карта харьковчанина заменит e-ticket для жителей города Харькова. Все иные гости Харькова, которые не имеют такую карту, они будут пользоваться e-ticket и дальше. В каких еще местах по Украине есть такая картка, подобная хотя бы? И, потому что я понимаю, что работала большая команда людей, да, над разработкой этого проекта. То де ви побачили та перейняли той досвід, да? Чи це була просто така колективна робота громадськості та міської влади в реалізації цього проєкту? Вы знаете, карта Харькова, точнее, такая вот карта работает в Киеве, во Львове, я знаю, в Івано-Франковске. Ну, такой опыт есть в Украине. Но нет такого количества партнеров, которые являются участниками этого проекта. Ведь на самом деле, я считаю, что мы на сегодняшний день смогли объединить практически все торговые крупные сети. Надеемся, что более мелкие также примкнут и приглашаем их для участия в этом проекте. Такой опыт есть, но мы ставим перед собой несколько иные задачи, чтобы, во-первых, она работала, работала без боя, во-вторых, чтобы максимальное количество партнеров примкнуло к этому проекту. Ну и в дальнейшем будем смотреть на результаты, будем смотреть, что нужно подкорректировать. Понятно, что первое время она будет работать и в тестовом режиме, могут быть какие-то сбои в программном обеспечении. Сейчас мы их тестируем, мы подключаем сети, каждую сеть мы тестируем. Ну, надеемся, что все пройдет очень гладко, и все будут довольны, без всяких сбоев, и все получат ту скидку, услугу, на которую рассчитывают. Ви ще сказали у нашій бесіді саме про прив'язку до банківської карти, тобто таке також можливо. Такой вариант рассматривался, но старт идет именно в том виде, в котором есть. Мы пока привязали к карте e-ticket. А в дальнейшем все-таки мы рассматриваем такую возможность. Ви розглядаєте, по секрету розкажіть нашим телеглядачам, ви розглядаєте прив'язку саме карти до якогось окремого банку, чи це різні банки, чи просто у нас буде змога у харків'ян обирати, як йому зручніше, чи картка, чи e-ticket? Пока ведется обсуждение. Переговорный процесс. Да, переговорный, ну, даже не переговорный процесс, эти вопросы обсуждаются внутри рабочей группы. Но в дальнейшем мы обязательно поинтересуемся мнением харьковчан. Вот когда карта заработает,
Будем собирать отзывы, обратная связь у нас всегда четко налажена, и посмотрим, будет ли им это интересно. Мы прислушиваемся к мнению жителей города Харькова. Чи робили ви якісь опитування саме перед тим, як запускали цей проєкт? Ви кажете, що спілкуєтесь дуже плідно з партнерами. Наскільки ви такий, знаєте, навіть не обратний зв'язок, а першу інформацію, да, збирали, що потрібно харків'янам, які знижки, які більше їх цікавлять напрямки? Була якась така робота? Чи це Такую просто була робота окремо? Проводив молодіжний совіт при Харківському городському голові. И вот первые наработки прошли именно от них. Мы поддержали их инициативу. А далее мы настолько все включились в этот проект. Ну вот мы общаемся с бизнесом, да, мы интересуемся, вот, что бы они хотели видеть, да, что бы они хотели получить взамен от Харьковского городского совета не в плане рекламы их, да, продукции, либо еще чего-то, а вот, может, у них есть какие-то интересные идеи, которые они хотели бы до нас донести. А мы реализовали уже их через нашу профильную программу поддержки и развития предпринимательства. Я дякую вам, пані Вікторія. Дякую, що ви були сьогодні з нами і настільки детально розказали про роботу картки. Я сподіваюся, що вона буде наповнюватися новими партнерами, що вона буде наповнюватися новими якісними послугами для харків'ян. Дякую вам. Спасибо, ми теж на це надіємося і приглашаємо партнерів для участі в городському соціальному проєкті. До зустрічі. Всього доброго. Залишайтесь з нами на телеканалі «Сімон». До зустрічі. We'll be right back.